Всем привет, с вами Рита. Вообще пока не знаю, что снимать. Сейчас карту буду делать, видишь, что что-то говорю. Вот. Всем привет, с вами Вика. И сегодня я хочу вам показать несколько луков для учебы. И первый лук уже на мне. Буквально в школе сейчас зима. Везде зима, в школе нет зимы, внутри, снаружи. И можно ходить вот в таких вот кофтах. Нам не разрешают какие-то яркие, пёстрые кофты, вот чёрную можно. Вот получается, первый образ – это чёрная кофта, футболка. Если вы не будете снимать, вам никто ничего не скажет, потому что там какая-нибудь водолазка и так далее. И, ну, нам, например, не запрещают. Вот футболка не рекомендуется, но никто не видит, что у вас футболка. Это не буквально кофта. Кофта шейная. Хотите, я вам ссылочку ставлю. Есть такой кофта. Лук номер два практически не отличается от предыдущего, просто когда футболки добавят пиджак. Следующий образ — это надеть ремень на куртку, но тоже с юбкой. Вот так вот это выглядит. В принципе, прикольненько. Следующий образ — тоже самый верх, просто с джинсами. Следующий образ — просто не застегивая никак на ремень. Тоже со штанами. Еще вариант с футболкой и с пиджаком. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментарии, какой образ вам понравился больше всего. До новых встреч!